Более 2000 лет назад Джан Тянь открыл шелковый путь, по которому китайская керамика, шелк и чай были доставлены во многие страны, в том числе и в страну твоей мамы. А та работа такая же, как и у него? Одинаковая и не одинаковая. Меня зовут Караманова Камила, мне 33 года, я с Казахстана, живу в провинции Шандунь уже 14 лет. Города Вэйфа, продукцию компании. В 2019 году я пришла в эту компанию работать, и мы решили провести первый прямой эфир, чтобы прощупать почву. А это женский костюм, и это называется женская вуалевая накидка на плечи. Это традиционная накидка на плечи. В 2022 году через прямые эфиры мы начинаем продавать продукцию ручной работы провинции Шандунь. Вот такие вот вещи традиционные с современными элементами, они очень нравятся иностранцам. 这些都是我们要发的货，是吧？是的。麻烦你检查一下这个信号。A9零四。И будем рассказывать про продукцию компании Dioyang, которая, видя успех продаваемости шандунских товаров ручной работы, мы начали сотрудничество с шандунскими предприятиями, производящие изысканную продукцию. Продукция компании полупроводников Пако, с которой мы сотрудничали ранее, она у нас на нашем рынке очень популярна. И у них в планах уже запланировано строительство заводов в странах Центральной Азии. В 2009 году я приехала в Шандунский университет, чтобы учиться на бакалавриате. В 2013 году, 7 сентября, на моей родине, в Казахстане, Назарбаев университет, председатель Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпин впервые предложил инициативу сотрудничества по совместному строительству экономического пояса «Шелкового пути». И после того, как я увидела эту новость, я решила остаться в Шандунском университете, продолжать учебу, учиться в аспирантуре. Город настолько быстро строится, что когда ты приезжаешь с летних каникул, некоторые места не узнаешь. Особенно по улице Динши построили очень много высотных зданий. И здесь очень красиво вечером, когда включают фонари, подсветку. Вообще прям супер все выглядит. Мне очень нравится. Иногда думаешь, когда построили это здание, даже не помнишь, что на месте него было до этого. Город становится все более открытым, современным и красивее. Я присутствовала на этой встрече в неполитической роли от имени дружественного народа. Китай и Казахстан, включая другие страны Центральной Азии, представляют собой всеобъемлющие стратегические партнерские отношения, и скорость сотрудничества особенно высока. Эта дорога, пришедшая из прошлого и идущая в будущее, никогда не прерывалась. Спустя более 2000 лет эта история продолжается под новым названием «Один пояс, один путь». Эта дорога такая же, как и раньше. Одинаковая и не одинаковая.